26 декабря. Нечанг, я стою на площади напротив Луизианы. Луизиана работает. Автобус номер один едет. В нем даже человек 5 пассажиров. Я хотела показать вам перепады вьетнамской погоды. Вот небо синее, а вот небо серое. И это все одновременно. Дождя нет. Что есть? Ветерок есть. Вот. И самое главное событие дня. Сегодня прилетели первые туристы из России. Аннекс-тур пилотным проектом привез более 200 туристов в отеле на Винперл и в ресорт в Камране. Мы их не увидим. Ну, может быть, увидим издали, когда они будут посещать Чамские башни, остров Кундо, мыс камней. Вот, и еще туристы поедут покупать кофе, какао и другую вьетнамскую продукцию в Aroma House. Все, в принципе, вот такая программа сити-тура. Возможно, будут какие-то еще экскурсии. В общем, сейчас все чуть-чуть по-другому. Вот я вижу, идут с чемоданами. То ли люди улетают, то ли люди прилетели. Но людей с чемоданами давно не было на улицах Нечанга. А вот теперь их есть. Двое с чемоданами. С какой стороны, не знаю, отсюда не видно. Вон, смотрите, солнце есть. Туча есть. Небо синее есть. Пойдемте. Так. Переходим дорогу около отеля The Light. Туристы, по-моему, вьетнамка и ее иностранный супруг. Похоже так. Да, очень похоже. Вот. Тоже вьетнамцы. То есть сейчас город, он открыт для внутреннего туризма. Людей, которые прилетели из других провинций. С вакцинацией, тестом. Насчет изоляции, смотреть, в какую провинцию. Вот, видите, заработал ресторан. Мисс Бамбу. Я видела, как он планировался. Готовился к открытию. Сейчас открыт. Мэр Перла Бич открыл двери. Это уже говорит о многом. Он еще не открыт, туристы еще не завезли, но они готовятся. Ожидается, что провинция Ханьхуа аккуратно, со всеми правилами, оп, посетят миллионы туристов. Смотрите-ка, что мы видим. Мы видим, что заработал Гриль Гарден. Да, он работает. Все работает. И кто-то сегодня тут будет. Наверное, будет какой-то гала-обед или гала-ужин. Или что-то будет. В общем, перемены есть. Магазинчик работает. Чао. Вот. Магазинчик, в принципе, и так работал, но была дверь призакрыта, а теперь нормально настежь открыта и даже свет зажгли. Вот первая линия. На ней обнаружен турист с чемоданами. Может, он, конечно, жил тут и улетает, но мы этого с вами не знаем. Blue Pearl прибирают. София открыта. То есть отель вдруг Маджестик пока дремлет. Дендро. Там кто-то есть и смотрит кино. Магазин Мечанг работает вовсю. И ресторан жареного мяса тоже готовится. Скоро Новый год. Все, вот так. Вот так. Вот так все выглядит. То есть, конечно, прямо вот волшебного чуда за несколько дней не произошло, но то, что сегодня знаменательный день,
И сегодня прилетели первые туристы из России за все время пандемии. Без малого за 2 года. Без туристов. Это огромная-огромная радость, что открытие состоялось вот хотя бы вот в таком пока объеме. В общем, всем хорошего дня. Надежд на лучшее. Надежд, что в этом году все-таки туризм будет потихоньку открываться. И возможность ездить туда, куда вам бы хотелось. А пока вот так. Еще я вижу красный щит. Посмотрю, что это, что бы это значило, но позже.